товар дня сегодня вместе с брендом Health and Beauty. Это капсулы Омега-Q10, которые представляет сегодня генеральный директор компании, разработчик, автор, биолог и профессор Пинкер Бабаевна Овчиева, которая приехала сегодня к нам на прямые эфиры, чтобы рассказать, что она всю жизнь посвятила тому, чтобы создать этот уникальный комплекс, чтобы мы с вами могли прожить до 100 лет, не задумываясь о каких-то болячках. Вот она, наша Пинкер Бабаевна, которая получает массу наград, и сегодня она у нас в студии. Здравствуйте, доброе утро. Наконец-то я могу передать слово. Спасибо большое. Расскажите про вашу разработку. Как вы сделали такой уникальный аналог Q10 именно в нашей стране? Вы знаете, вообще наша история началась с лаборатории. Я уже говорила, лаборатория биологически активных веществ. Это государственный институт госнеосинтез белок, где я в 1975 году в качестве лаборанта начала свою деятельность. И уже за 18 лет доросла до профессора. И занимались мы биологически активными веществами, противоинфарктными, противоонкологические, косметические, пищевые и так далее. То есть наш институт был единственным в Советском Союзе, который занимался получением коэнзима Q10, противоинфарктного средства. Что касается комплекса омега-3, омега-Q9, Q10, то это действительно уникальный комплекс суперантиоксидантов, жизненно важного соединения коэнзим Q10, без которого невозможно функционирование ни одной клетки нашего организма, потому что 95% энергии АТФ мы получаем благодаря коэнзиму Q10. Это действительно противоинфарктное средство, потому что даже при снижении концентрации коэнзима на 10% начинаются проблемы с сердцем, а снижение на 25% это уже прединфарктный либо инфаркт. Но мы впервые в этой формуле дали коэнзим Q10 в сочетании с омега-3, 6 и 9 жиров, причем из льняных семян. Конечно же, комплекс содержит и витамин К, и витамин D, и целый комплекс витаминов, включая витаминов и минералов, включая и селен, цинк, медь, хром и так далее. Все это нужно в одной биологической цепочке для защиты сердца от сердечно-сосудистых заболеваний и для защиты мозга от возрастного угасания. Ну, то есть это было такое открытие прямо в нашей стране. Впервые было правильное сочетание, созданное с учетом механизмов действия каждого отдельного компонента и в сочетании. Одно вещество в организме действует очень слабо, либо оно не действует, потому что организм – это огромная система взаимосвязанных биохимических процессов. Дело в том, что про коэнзим я сказала, что каждая клеточка энергия, то, как мы себя ведем, чего мы в жизни достигаем, какие решения мы принимаем или нет, это всего лишь содержание коэнзима Q10. Конечно, с возрастом его содержание снижается, но природа предусмотрена так, что когда мы принимаем коэнзим, причем в любой форме, окисленной или восстановленной, то организм его принимает как собственный коэнзим Q10. Это быстро усваивается, получается, да? Моментально. Ого. Каждая клеточка нашего организма, особенно клетки мозга, сердца и печени, на 60% состоят из омега-3 жиров. Именно омега-3 жиры определяют целостность клеточной стенки, клеточной мембраны. Чтобы клетка вырабатывала энергию, чтобы она функционировала нормально, она должна быть целой, а не разрушенной. Более того, именно благодаря омега-3 жирам клетки мозга получают питание. То есть омега-3 жиры участвуют в процессе ацидоза. Ацидоз – это такое явление, когда жировой пузырек, ацидозный пузырек он называется, втягивает в себя питательные вещества, а затем по мере необходимости освобождает их для того, чтобы мозг получал необходимые питательные вещества.
и кардиомиоциты, клетки сердца. Вот вопрос, если не принимать вот это все, что произойдет с человеческим организмом? Вы знаете, ускоренное старение организма, потеря, в общем-то, ухудшение памяти, когнитивных свойств. То есть бывают люди и в 45, и в 50 уже бывают все, старые. Да, уже. А бывают люди, которые и в 90 лет еще молоды. Вот хотелось бы и 90, и в 98. Знаете, Пинкер Бабаевна, у нас есть отзывы от наших телезрителей. Давайте посмотрим, к нам присылают отзывы. Я знаю, что и вам пишут, и нам пишут. Да, очень много пишут, и я благодарна всем. Давайте посмотрим, что нам написали в наших соцсетях. Все внимание на экран. Итак, Нижний Новгород на связи. У нас был Ирина Фетисова. Пишет, в июле заказала для себя омега-Q10. У меня ишемическая болезнь сердца. Одышка была сильная. Сейчас чувствую себя прекрасно. Гуляю по 2 часа пешком. То есть представьте, да, какой результат. С июля месяца уже. Вы знаете, вот коэнзим Q10 дает мгновенный результат. Мы в нашем институте первично разрабатывали инъекционную формулу коэнзима Q10, когда это делали инфарктникам. Но мы проводили клинику, причем клинику в управделами президента на маршала Тимошенко. Серьезно? Когда коэнзим Q10 уже давали в сочетании с омега-3 жирами тем, кто перенес инфаркт, либо кто находится в прединфарктном состоянии. Состояние этих людей улучшалось буквально с первого приема, потому что коэнзим включается мгновенно в... Вот видите, мы люди такие, мы вроде бы и грамотные все, но с другой стороны мы безграмотные в плане здоровья. Мы не знаем, как себе помочь, мы не знаем, где найти эту волшебную пилюлю. Наши российские ученые с советских времен разработали уникальные капсулы, это было мировое открытие, аналогов в мире не существует, поэтому успевайте. Одна упаковка, 80 штук, стоит 799 рублей, вы получаете сразу две. Не за, получается, 600, да, не 1600, а за 1299 рублей. И эта цена только сегодня в честь тотальной ликвидации склада. Звоните прямо сейчас. Вы знаете, похоже, правда, на такой икринки, да? Да, как да, икра, да, красная, да. Вкус. Дело в том, что весь сколько комплекс, вы знаете, вот сколько пить, это, конечно, рассчитывает Минздрав, и там, по-моему, указано 8 капсул в день. Но они рассчитали на 100% дозировку по омега-3 жирам и коэнзиму Q10. Звоните. Но я считаю, однозначно можно, мне, например, достаточно 2 или 4 капсул. Да, звоните прямо сейчас, это самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Будьте здоровы с брендом Health & Beauty.